По результатам проведенной инвентаризации будет определен дальнейший план работы профильного ведомства. Уголовное дело завели на 37-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый в городе Чебоксары приискал нежилое помещение, где разместил игровые автоматы для проведения азартных игр. В дальнейшем, действуя совместно с группой неустановленных лиц, им были совершены действия, обеспечивающие возможность функционирования игорного заведения, в том числе были разработаны меры конспирации и защиты от разоблачения, подыскан и привлечен для работы в качестве операторов вспомогательный персонал. После чего в период с октября 2018 года по март 2020 года на территории города Чебоксары ими был организован игровой салон, где осуществлялась незаконная игорная деятельность с извлечением дохода. У подозреваемого изъято 39 игровых автоматов. В настоящее время устанавливается размер незаконного дохода.